Еще одна алматинская авария, которая шокировала страну. Внедорожник на полной скорости влетает в пешеходов на тротуаре. Один человек погибает, еще несколько в больнице. За рулем дорогого БМВ золотой мальчик Максат Усенов. У него нет прав, отобрали за пьяное вождение, зато есть много денег. А еще серьезная крыша. Отец Усенова, большой начальник на строительстве Экспо, изначально мистера X6, так его прозовут в прессе, даже не хотят сажать в тюрьму. Родители погибшего и пострадавшие якобы прощают его. Но прокуратура все-таки настаивает на реальном наказании, и оно последует. 45 суток в СИЗО. После этого случая Максат Усенов еще не раз попадет в сводки, а его высокопоставленный отец сначала уволится, а потом сядет в тюрьму за хищение. Усенов же выслушал приговор молча и удалился. Штраф 250 МРП ему заменили пребыванием в алматинском спецприемнике. Напомню, дело о смерти Мурата Карабалина, погибшего под колесами BMW X6, так и не дошло до уголовного суда. Стороны примирились. Административное наказание Усенов сегодня получил только за вождение без прав и за то, что сбежал с места ДТП.